Йиху, всем привет, меня зовут Артём, зовут канал Запрещенил. Сегодня я первый играть за Жеком Воробьём. А что у нас тут? Так, слишком небольшая награда, за это проходить не буду, скорее всего. Так, нормально, 5 крома, сразу так, пошли скрывать подарки. Что же у нас тут? Ром, спасибо за корм. Алхуга, спасибо за ошейник. И Арсен, спасибо за еще корм. И спасибо за корм Михаилу. Так, Ваня, спасибо за ошейник. Ваша, спасибо за корм. И Иван, спасибо за кость. Конечно, с тобой эту коррекцию, отлично. Спасибо большое. Так, Мику, спасибо за корм. Туя тоже за корм, спасибо. Опа. Еще тройной корм тут. И еще тройной. Вот это да. Спасибо большое, Туя. Аж 7 корма получается тогда. Вместе. Ну да, аж 7 штук. Вот это да. Спасибо большое. Работное спасибо. Так, Подхова, спасибо за... Ой, еще кость. Так, Данил, спасибо за ошейник. И Евгений, спасибо за корм. Еще раз всем спасибо. Ну так, что у нас тут с прокачкой? Пойдемте скаянем. Так, ну что ж, тут по-моему моя прокачивает владением. Вот так, для сотни отличным. 120-160 урон, нормально, так, нормально, до 9 уровня. Так, шпион у нас тут. Так, надо зарплату еще забрать. Так, надо больше митрости, гораздо больше надо. Так, приказ Москвина, пойдем и к 8 приезжим, сходим еще разок. Так, здравствуй, Митя, меня тут пришел навестить приезжий, как дела у него проверить. Так, здравствуй, приезжий. Так, что, пока будут отвлекать его, пока будет потихоньку так мочить его. Своим безбашенным пистолетом. Так, если что, готовлю молотов к бою. Точнее, под конец мод оставлю я. Если тут там 600 хп останется у него, или там 800 хп. Вижу уже, кто начинает медленно проигрывать в бою. И все-таки есть все еще слабо прокачан до этого боя. Все равно как-то родомат отхожаться с ним. Ну да, промахиваться начинаю уже. Понемногу так. Два же подряд уже. Ну да, пока что рановато. Надо бы голый уровень повысить. Так, понятно. ХП это что-то фига в поезжу осталось. Ну ладно. Пошли, да, красным сходим. Так, все, мы тут. Так, задание есть, больше нет, тупо, понятно, так. Может, пошли мочить пионов тогда, что ли? Так, все. Задача выполнена. Отлично. Так, то есть его сотня опыта нужно, что же делать? Что же делать, друзья? Уже 10 уровень. Так, может быть опять к приезжему сходить, что им? Давайте так начнем, что им? Так, что же делать? Будет недостаточно тут. Хотя можно тут, наверное, боях с друзьями заработать немного и качнуть еще меткость. Пошли к приезжему сходим опять. Значит. Ну так, что там что-то осталось? Блин, целых получился еще. Ладно, давайте сходим с кем-нибудь, что им. Так, с кем тут можно? За кого побольше пуек дают? Так, и тут посмотрим. Так, с тобой сходимся, может, Текс. Вот не знаю, урон такой большой. Ну, вот это урон ищет, сколько там по рачкам. Ну, нормально так прокачался, молодец.
Бой будет очень трудный, но с этим мы расходимся с Леонидом, хотя нет. Не смогу я осилить. Вот с моей Джейн можно попробовать. Давайте сходимся. Что будет? Кто победит? Опа, вот это да. Я явно повезло. Ладно. Так, все еще не хватает. Тут же как минимум еще два боя провести получается. Ну что ж, ладно. Так, я сходился с Фендеттой. Так, бой. Ну, неплохо, неплохо, так. Так, кто следующий? Сейчас посмотрим. Так, слава. ХП очень-очень много, в 3 раза больше, чем у меня. Ну, он почти такой же, чуть поменьше. Ну что ж, тоже победит я и Верислава, смотрим. И в бой. ХП против мидрости и урона. Ну, Йоику победил так. Ну что ж, нормально, нормально так. Покачал Джеком. Да что у нас тут? Стоит донат, ничего не надо мне. Ни в коем случае такой покупать не буду. Хоть и дешево. Так, это... Какая-то своя палата там. Это тоже. Запойки, ничего не то, что это. О, это хорошая вещь. Молотов, ну, покупать ниже смысла пока что. Так, ну ладно. Опа, ничего себе, сколько всего сразу тут у нас. Ну, больше почитаем, давайте. Набор кинолога. Поэт, наша нюта решила завести собаку. Хочешь делать ей небольшой подарок? Поможешь? Так, интересно, интересно. Что там они с нютой мутят? Что задумал Митя? Что ты хочешь здесь сделать, Митя? Да ладно, давайте помогу ему. Он вот толк все-таки Митя. Давайте подадим ему коллекцию эту. Забирай, Митя. Отправляй нюти там. А что там дальше у нас? Так, пора в клан. Метро лучше держаться вместе, поэтому рекомендую вступить в клан. Когда ты в клане, таких противников можно одарить что-то одному и не снилось. Ты же хуже ходишь на мутантов, боссов схожаться с жесткими кланами. Так, вступив в клан. Даже не знаю, вступать, не вступать, но уже есть клан, как видите. На другом аккаунте уже есть. А то в двух кланах одновременно сидеть как-то глупо, что я не знаю. И тебе будем снить, сколько времени, чтобы там и там сидеть. Даже не знаю, может пропустить все-таки задание это. И можно просто вступить там на 1 час и выйти, хотя это тоже как-то... Ну, как глуповато так. Даже не знаю, что же делать. Может вступить все-таки на этом аккаунте в клан какой-нибудь. Даже не знаю, надо будет подумать, короче, друзья. Вступать, не вступать, даже не знаю. Хотя, думаю, уже пропустить просто. Хотя, надо будет подумать, короче. Так, Яковская галерея. Это снова я, пора действовать. Я недавно видел в магазине карты обязанности для Яковской. Сможешь добыть? Жду тебя на станции. Торопись. Сказал он. Так, тут нету, к сожалению, как-то пока что не появилось нигде. Так, хотите подумать, может, уже там обновилось все в магазинах. Давайте проверим, всякий случай. Так, тут нету. А там что у нас у красных? Так, здравствуйте. Покажите мне ваш ассортимент с магазином. А, сейчас задание появилось новое. Так, классовые идеалы. Подпольная торговля, это гнилое наследие буржуазии. В здоровом обществе нет смысла фарсовщикам и спекулянтам. Так, 10 контрабандистов, хорошо, то что у нас? Тут тоже жаль, нету. А у Рейха, давайте сходим тоже. Так, попробуем сходиться с ним, давайте, что им. Ну, шанс есть все-таки. А, нет, так все просто. Пока что его не пройти даже с такой прокачкой еще, понятно. Ладно, пойдем туда, что им. Контрабандистов намочить. Уже нам нечего делать. Нечего прокачаться как следует. Так, думаю, надо владение оступать сделать ничего. Хотя, может, меткость ничего. Хотя, давайте владение пусть будет. Побольше, вот так. Ладно, поехали.
Так. Вот и жон. Апнулся сразу. Пятый уровень. Уже тогда подрос уже. Уже дают же какой большой стал. Прошу, молодец, Джон растет. Прямо на глазах. Так, такая чем владение, вот так. Так, надо бы еще накопить много пульт там. Хорош, нормально так хп с того у него, он знатно вырос. Неплохо. Так, что-то еще можно сделать. Так, пытаться я неплохо так набил сегодня вот тут. И рейху тут у него даже накопилось. Уже забыл, я вот так поезжу, мы сходим. Так, Митя сейчас сидит тут. Поехали. Молодов держим на готове. Так, они что-то раскрыли пули за воителем. Так, хорошо, пока что все промахиваются там. Так, вот, не смотрим, как пойдет бич. Нормально, нормально, так все сниму сейчас. Нехило так. Так, молодец, Джо, отвлекай его, давай понемногу так. Да, вижу, Джо очень много промахивается, ни разу не попал, по-моему. Хотя, может, и попал. Ну, давай, Джек, вай уже его, давай, Джек. Ты сможешь. Так, это было застрелить, все равно он. Ну, ё-моё, опять ты промахнулся, Джек, что ты творишь? А вот, Джек, не забывайся, попадай мне. Во, нормально. Крит такой очень нехилый. Так, хорошо, он начинает промахиваться, наш поешич. Давай вообще побольше нас снести, давай. Давай, давай, давай. Давай, Джек, нельзя промахиваться, вы творишь. Ну все, на этот труп, наверное, да? Хотя нет, у меня есть шанс. Все, кидай молотов, сразу кидай мне, все. Выбивай его. Фу, все, прошел, конец поезживает. Там наконец-то. Нихуя такие ботинки. Ну что ж, нормально. Поезжать больше вообще нету. Все, всех изобил полностью. Ну что ж, нормально. Вот это сапоги у нас. Вот это да. Как же много сразу ярости стало, офигеть. Вот это да. Хороший такой денек сегодня, однако. Очень хороший. И воде не оступать, все. Все идеально получается. Ну-ка, Митрис потянуть побольше. И будет все как надо. Так, уже возвращаемся обратно к красным. И бьем работенку. Так, новый квест появился у нас, тут подарки есть. Подарков пока не только их, ладно. Успешная торговля. Товарищ, не проходи мимо. Повышай обороты торговой наружной станции метро. Подпиши, скоро все оружие станет вестритом. А купить новое оружие. Ну, скорее всего, надо дробашек такую куплю тут. Ну, вроде уже дешевый. 700 тебе лучше стоит. Ладно, короче, я завтра куплю и продам обратно его сразу. Ладно, ну мой сегодня хватит. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. Продолжение будет в следующем выпуске. Всем новых встреч, удачи!